Вот такой здесь ливень у нас. Вы знаете, я специально вам нашла это видео с таким сильным-сильным ливнем. Порадовать тех, у кого сейчас жара в России. Я знаю, что у многих за 30 температура, как и в моем любимом родном городе на Дону. Я сегодня приготовила для вас немного таких специфических моих любимых видео, которые сделаны были в разное время. А вот, вы знаете, просто ни о чем, просто релакс. Я надеюсь, что вы слышите этот шум дождя великолепный. А также я хочу вам дать послушать еще некоторые звуки. Давайте насладимся, просто расслабимся и посмотрим на экран и послушаем. Классные маленькие, посмотрите, ягнятки. Вот так. Какая сегодня тут у них какофония. Что случилось? Что случилось, бараны? Почему вы орете? Что-то случилось у них. Они так никогда не орали. Ой, мама! Некормленные. Что ж они так орут сегодня, эти бараны здесь? Вот как. Никогда не слышала, чтоб так орали они. И чего они тут орут? Обычно тихие барашки. По-моему, классное видео, вы знаете. Не знаю, как вам, друзья, а я всегда, когда смотрю это видео, я просто хохочу. Насколько интересно все-таки бывает наблюдать за этими животными. Ну и еще одно видео, если вам понравилось. Это шум дождя, обещанный в такую жуткую жару. Thank you.
И еще у меня одна есть для вас подборочка. Это океан. Шум волн, а иногда очень спокойный плеск волн на закате. Давайте послушаем, друзья, и насладимся.